Всем привет! Как вы уже поняли из названия, да и по первым минутам этого ролика, мы сегодня с вами будем говорить про довольно молодое направление в кинематографе, более известное как Screen Life. И говорить мы о нем будем не просто так. Все дело в том, что Mamba, да, та самая Mamba, запустила фестиваль короткометражных работ с элементами Screen Life на тему онлайн-знакомств — Mamba Film Festival. Задача участников — написать интересный синопсис, тема которых — онлайн-знакомство. Это важно. Отправить его по почте, указанной на сайте, и ждать. В случае, если текст выберут, выбранным авторам предоставят 100 тысяч рублей. На съемке короткой истории, которая позже попадет в конкурс фестиваля, по итогам которого лучший участник получит уже 1 миллион рублей на съемку имиджевого ролика для Mamba. Конкурс сценарных заявок продлится с 17 мая по 17 июня. Прием конкурсных работ с 18 июля по 18 сентября. Ну а победителя объявят 22 сентября. Если ты креативный, то не тяни и участвуй. Буду смотреть твои работы. Я там в составе жюри. Screen Life, или «Жизнь на экране» — это жанр, придуманный студией «Базилев» с Тимура Бекмамбетова. Тимур ныне хоть и имеет сомнительную репутацию среди зрителей, тем не менее время от времени активно креативит и поддерживает необычные идеи и проекты. Так, например, увидев в сети клипы рок-группы Ильи Найшулера «Beating Elbows», снятый от первого лица, Бекмамбетов предложил все тому же Найшулеру снять полнометражную картину в похожей стилистике. За его плечами были как удачные проекты, вроде «Ночного дозора», «Дневного дозора» и «Особо опасен», так и вызвавший у зрителя откровенное раздражение — «Взломать блогеров», «Ирония судьбы. Продолжение» и серия фильмов «Елки». В какой-то момент Бекмамбетову пришла идея рассказывать истории на экране, через эти самые экраны. Экраны телефонов, компьютеров, телевизоров и так далее. Так родился Screen Life. Произошло это случайно, во время скайп-разговора со своей коллегой, забывшей в какой-то момент отключить демонстрацию экрана. Тимур решил, что идея раскрывать героев через их гаджеты довольно оригинально необычна, ведь сегодня гаджеты есть абсолютно у всех, и мы полжизни в них проводим. Первым фильмом в этом жанре стал «Убрать из друзей», или «Unfriended», вышедший в 2014 году. Фильм оказался коммерчески успешным, собрав 64 миллиона долларов в прокате при бюджете всего в 1 миллион. Позже появились «Поиск» и «Профиль». Последний рассказывал про сеть террористических вербовщиков. В чем особенность жанра? Она заключается в том, что мы наблюдаем нашего героя на экране его гаджетов, телефонов, компьютеров, телевизоров и так далее. И мы видим его самого, как вы видите меня сейчас. Мы также, помимо всего прочего, наблюдаем за его действиями. Какие сайты он посещает, какие страницы смотрит, какие контакты у него в записной книжке, как он общается, с кем он общается, какие файлы у него на рабочем столе. И все это позволяет сложить какую-то информацию о персонаже и рассказать о персонаже зрителю. Даже курсор мыши, которым управляет на экране наш герой, его там скорость передвижения, четкость движения и так далее, может сыграть нам на руку для рассказывания истории. Вот вам банальный пример. В первом случае движения мыши, которые мы управляем нашей рукой, нерешительные. Это все подчеркивается текстом на экране, закадровой музыкой, общей атмосферой. Во втором случае все очень спокойно, мышь
двигается довольно уверенно, и это передает ощущение человека, который сидит за компьютером. В кадре не происходит ничего страшного, человек просто безмятежно, спокойно шарится по сети. Производство таких фильмов, с одной стороны, довольно малозатратное, потому что нам, очевидно, не нужны никакие профессиональные камеры, какой-то профессиональный свет, какой-то особенный реквизит. Конечно, что-то, может быть, понадобится, возможно, там подсветить где-то что-то, но явно не в таких огромных количествах, как при традиционной съемке, потому что здесь мы хотим передать именно вот эту вот естественность, живость со всеми ее какими-то огрехами и шероховатостями. С другой стороны, такие работы требуют определенного подхода, потому что нам нужно будет продумать, там, что на рабочем столе находится, какие папки где находятся, какие у них названия, когда какие страницы открываются, окна открываются и закрываются, и что происходит, в каком порядке, и вот это все. То есть это довольно много мелочей, которые тоже нужно продумывать, и это вот определенные сложности, конечно, может вызвать. И тут у нас два варианта. Первый — используя софт для записи экрана компьютера, вроде бесплатного OBS, про который у меня уже есть ролик на канале. Ссылка будет в описании. Или, в случае, если вы используете мобильный телефон, встроенный захват экрана на айфонах или Android-аппаратах. В случае с айфоном заходим в настройки, пункт управления и ставим плюсик напротив запись экрана. Теперь вот тут мы сможем найти нужную нам кнопку. В случае с Android опускаем верхнюю шторку и находим вот такую вот иконку. На большинстве Android-смартфонов это должно работать именно так. Второй вариант — нарисовать экран компьютера или телефона в, например, After Effects. Создаем композицию, помещаем на нее обои рабочего стола, поверх иконки папок с нужными названиями, создаем окна с такими же элементами управления и анимируем их. С одной стороны дольше и сложнее, с другой — полный контроль над происходящим на экране. Ну а у меня на этом все. Напоминаю про Mamba Film Festival, ссылка на который будет в описании. Если ты креативный и прям у тебя горит что-то сделать, то приходи, будем тебя ждать. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур Михеев.